Astro V8! Кого ты? Вернись!
Вернись! Вернись! Петрификус тоталус! Меч Гриффиндора. Ты что, спятил? Трудно было снять? Мне помог твой патронус. Зачем ты полез в пруд? Псих ненормальный. Меч Гриффиндора. Патронус не мой. Его хозяин хотел отдать нам этот меч. Чтобы мы уничтожили медальон. Давай. Что? Это сделаешь ты, Рон. Я знаю. Как только откроется, бей мечом. Уничтожь его. На счет. Раз, два, три. Тебе слушай не выиграть, его! Этот бой! Вспыхни! Бей его, Рон! Вспыхни! Ты рядом с мальчиком, который выжил! Давай, Рон, уничтожь его! Кому ты нужен? Кто взглянет на тебя рядом? Гарри Поттер! На что ты годишься по сравнению с... Бей! Рон, он лжет! Бей! Бей! Возможно, что тебя рядом с Гарри Поттером. Выпни! На что ты годишься по сравнению с избранным? Давай, Рон, уничтожь его!
На что ты годишься по сравнению с ним? Давай, Ром, уничтожь его! Рядом с мальчиком такой... Выпни! Тебе не выиграть этот бой! Не слушай его! Любая выглядит... Убей! Бей его, Ром! Выпни! Ты не понял. По сравнению с ним. Давай, Рон, что ж ты? Твоя мать призналась, что хотела бы видеть меня, своим сыном! Глянет на тебя рядом. С Гарри Поттер! Не слушай его! Бей его, Рон! Кто ты рядом с мальчиком? С тобой выжил! Твоя мать призналась, что хотела бы видеть меня и своим сыном. Слушай его! Любая выберет Гарри. Ты не знаешь. Выгни! Бей его, Рон! Зачем ты вернулся? Нам лучше без тебя! Веселее без тебя! Бей! Любовь, выпил, Гарри, ты никто рядом с ним. Вы...
что хотел бы видеть меня! Рон, он лжет! Бей! Бей! Кто ты? Рядом с мальчиком, который вы... Столбеней! Не слушай его! Любой! Остолбеней! Остолбеней! Рон, бей его! Бей! Кто посмотрит на тебя рядом с Гарри Поттером? Бей его, Рон! Зачем ты вернулся? Вспыхни! Рон, бей его! Бей! Любая выберет Гарри. Ты никто... Не слушай его! Зачем ты вернулся? Вспыхни! Без тебя! Веселее, без тебя! Взглянет на тебя, Рядом.
На что ты годишься по сравнению с избранным? Зачем ты вернулся? Трон, бей его! Бей! Этого... Уничтожь его! Не поеду перед нами. Ты никто рядом с ним. Рон, он лжет! Бей! Бей! На что ты годишься, посмотри? Искупил свою вину. Достал меч. Расправился с крестражем. Только подумай. Осталось три.
Когда ты ушел, Гермиона плакала. Вернемся в лагерь, она будет рада. Прости, что я вас бросил. Я не хотел, но... Этот крестраж мне не по силам. Он действовал на меня сильнее, чем на вас с Гермионой. Жуткие мысли лезли в голову. Все хуже и хуже. Я спал в одном пабе и вдруг услышал ваши с Гермионой голоса. Вы назвали меня по имени. Я щелкнул терминатором, и тут появился маленький шар света и коснулся моего сердца. Остолбеней! Остолбеней! Гермиона, конечно, зла на меня, правда? Я захотел вернуться, как только ушел от вас, но не знал, как вас найти. Пока не воспользовался дельминатором Дамблдора. Столбеней! Как думаешь, здесь есть еще пауки? Столбеней! 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 Эти деревья шевелятся? Остолбеней! Остолбеней!
Беги! Остолбеней! Знаешь, Гермиона очень переживала из-за тебя. Интересно, долго она будет на меня злиться? Расскажешь ей про шар света, про то, как он коснулся сердца, и она оттает. Но это ведь правда. Так все и было. Остолбеней! Знаешь, Гермиона очень переживала из-за тебя. Интересно, долго она будет на меня злиться? Расскажешь ей про шар света, про то, как он коснулся сердца, и она оттает. Но это ведь правда. Так все и Остолбеней! Остолбеней! Гарри! Ты полный идиот! Рональд Уизли! Пока ты где-то шлялся, нас с Гарри чуть не убила огромная змея! Эй, Гермиона, стой! Мы уничтожили Крестраж! Этот олень, лань, привела нас к мечу Гриффиндора. Гарри чуть не утонул. Рон спас меня! И он разбил мечом Крестраж. Ты полагаешь, этого достаточно, чтобы искупить твое бегство? Крестраж уничтожен, но осталось еще три. Так, я кое-что нашла. Смотрите, этот символ везде встречается. Вот, в сказках Барда Бидля, на кладбище в Годриковой впадине. И на свадьбе? У Ксенофилиуса Лавгуда? Может, Ксенофилиус про него знает?
Лавгуды живут там. Недалеко. Думаешь, Ксенофилиус знает что-нибудь полезное? То есть он как бы сумасшедший. Надеюсь, он нам что-нибудь скажет. Кроме символа, нам не за что зацепиться. Дамблдор точно хотел нам что-то сказать. Иначе зачем он оставил мне книгу? Столбеней! Столбеней!
колдуней! Болваны! И трепалый катал! Импедимента! Осудимента! Простите, мистер Лавгуд? Что? Ты кто такой? Что тебе нужно? Я Гарри Поттер. Мы уже встречались. Конечно. Конечно. Заходи.
А Палумна дома? Палумна? О, скоро придет. Мистер Лавгуд, я хотел спросить, что за символ на вас? Это? Это знак даров смерти. Вы знаете сказку о трех братьях? Она в сказках Барда Бидля. Наследство Дамблдора. Если я верно помню, то были три брата, просивших даров у смерти. Старший брат попросил самую мощную палочку на свете. Средний – силу вернуть в наш мир мертвых. Младший – возможность исчезать. Так смерть дала первому брату бузинную палочку, второму – волшебный камень, третьему – мантию-невидимку. Первый брат взял палочку и убил волшебника, с которым был в ссоре. В восторге он стал хвастаться палочкой и своей силой. Пришла ночь, и другой волшебник убил его и забрал палочку. Так смерть взяла первого брата. Второй брат отнес камень домой. Он был счастлив, вернув любимую девушку, которая умерла незадолго до свадьбы. Она не принадлежала смертному миру. Сойдя с ума от встречи с ней, средний брат убил себя, чтобы соединиться с ней. Так смерть забрала среднего брата. Ну а младшего смерть долго искала, но так и не нашла. Только в старости младший брат снял мантию-невидимку и принял смерть. Бузинная палочка, воскрешающий камень, мантия-невидимка. Вместе они и есть дары смерти. Вместе они делают мага господином смерти. Мы видели этот знак в Годриковой впадине. На могиле Игнотуса Певерелла. Конечно. Игнотус и его братья считаются тремя братьями, владельцами даров. Спасибо, мистер Лавгуд. Вы нам очень помогли. Уходите? Останьтесь. Они озлились за то, что я в журнале писал. И забрали Палумну. Кто забрал? Нужен ты. Только так я могу ее спасти. Я должен забрать ее у Волан-де-Морта. Нет! Табу! Они нас найдут! Снаружи люди! Ловушка! И все зря! Это полная чушь! Дары смерти не существуют! Но все сходится! Именно дары Волан-де-Морт хочет найти. Последний шаг перед захватом власти! Отлично! Отсюда! Я расчищу дорогу, вы отбивайтесь! Остолбеней! Почему он это сказал? Остолбеней! Я вам помню! Он выдал нас ради нее!